О роли дружинников в поддержании законности глава региона говорил на очередной комиссии по обеспечению правопорядка в Орловской области. Губернатор призвал муниципалитеты всячески стимулировать и поддерживать на местах добровольческие формирования правоохранительного толка. Тем более, что уже сейчас польза и помощь от них правоохранительным органам вполне ощутимые. В 2022 году с участием народных дружин пресечено 345 административных правонарушений, раскрыто 6 преступлений. Пресечение преступлений административных правонарушений является приоритетным направлением в сфере профилактики. В данной связи необходимо продолжить работу в главах муниципальных образований с целью обеспечения страхования членов народных дружин, а также оказания им мер поддержки.